Я приглашаю вас на женскую конференцию, которая пройдет 1 и 2 ноября в городе Екатеринбурге. Я сама с нетерпением жду этого времени, чтобы провести эти замечательные дни вместе с вами, чтобы поговорить об отношениях в семье, о том, как созидать эти отношения, о том, как быть женой, которая будет благословением для своего мужа, мамой, которая принесет благодать и благословение для своих детей. Поговорим о Божьем Слове, о том, что Божье Слово учит нас делать в этом случае, как Божье Слово учит созидать нас семью и брак. И просто проведем хорошее время в общении друг с другом и с Богом. Жду вас!